Ручной миксер с тремя скоростями. Распакуем миксер Polaris PHM3018. В комплекте с ним идут два венчика, два крюка, инструкция и гарантийный талон. Это простой ручной миксер. Его корпус выполнен из белого пластика с кофейной вставкой. Сверху расположена эргономичная ручка. На ней находится кнопка отсоединения насадок и переключатель скоростей. В передней части прибора устанавливаются насадки. В комплекте предусмотрено два венчика и два крюка. Изготовлены они из нержавеющей стали. Венчики помогут приготовить соус, крем, майонез и легкое тесто. Насадки-крюки замесят густое тесто и превратят овощи в пюре. Мощность мотора 300 Вт. Пользователю доступно три режима скорости вращения насадок. Уход стандартный. Корпус рекомендуется очищать влажной тканью, после чего насухо вытирать. Насадки лучше промывать под струей воды и очищать мягкой губкой или щеткой. Подытожим. Этот миксер с тремя режимами и двумя видами насадок – хороший выбор для домашнего использования. Он поможет взбить и смешать ингредиенты для выпечки, десертов и пюре.